На базе Национального футбольного центра начала работу очередная, восьмая по счету, школа футбольного арбитра. В течение полугода молодые арбитры будут включены в общий список судей Кыргызской республики для обслуживания всех соревнований под эгидой Федерации футбола Кыргызстана. В течение всего периода обучения слушатели будут заниматься теоретической и практической подготовкой, а также получат возможность на практике попробовать свои силы в качестве судей на детских соревнованиях. В этот раз обучаться изъявили желание более 20 человек, причем 5 из них – девушки. На открытии школы футбольного арбитра удачи новобранцам пожелали заместитель генерального секретаря, рефери ФИФА по футзалу Нурдин Букуев, председатель коллегии футбольных арбитров и инспекторов Кыргызстана Эмиль Бузурманкулов, председатель судейского комитета Федерации футбола Кыргызской республики Юрий Ярошенко и другие почетные гости. Как отметил директор школы футбольного арбитра Виктор Колпаков, одной из основных целей работы школы является обучение и подготовка молодых ребят для дальнейшего их вступления в судейскую жизнь. Также Виктор Юрьевич отметил важность изучения английского языка, ведь именно он является языком общения всех арбитров на международных соревнованиях. Мы поздравляем ребят с началом обучения и будем надеяться, что в ближайшем будущем ряды наших арбитров пополнятся высококлассными специалистами.